Возникла у меня еще одна проблема. Попадание воды в салон. То есть сажусь я в автомобиль, завожу двигатель, хочу ехать, а у меня так на коленку отсюда прям блам, вода. Вот отсюда. Раз. И не просто капля, а такой ливочек такой уже. Начал я искать. Понятно, что тут, видимо, самая маленькая, как самая низкая точка образовалась под обшивкой. И вот отсюда она стекала. Снимаю я стоечку. Обнаруживаю там вода. По этой резинке, по уплотнительной, вода. Так я понимаю, в ногах вода и была в этих стойках из-за этого. Возможно, когда у меня отгнивал за электронным блоком управления проводок этого реле центрального замка, возможно, причина была попадание не оттуда, но хотя там тоже треснуто было, а может быть как-то подсачивало вот со стороны крыши, и вот это все промокало. В общем, начал я искать все это дело, откуда это льется, непонятно. Со стекла тут ничего не видно, дождь идет. Вот, загнал в сухое помещение и начал смотреть. Дошло до того, что я снял даже молдинг вот этот. Посмотрел здесь, думал, вдруг где-то здесь крыша течет, потому что текло с этого угла. Отодвинул эту резинку, снял. Вроде бы все стекло стоит, непонятно. Начал я лить воду с той стороны. Наклончик машины был чуть сюда. Не обращая внимания, что тут не блестит вода, а куда-то девается. И потом заглянул в салон, у меня уже все сиденье пропитано. И вот как я тонкой струйкой с балклажки лил воду, так она тоненькой струечкой сюда и вот на обшивку, и тут вот с угла стекала. Оказалось, вот от центра где-то у меня то ли не проклеено стекло лобовое, то ли еще что-то. В общем, нашел это и устранил путем промазывания герметиком несохнущим боди для вклеивания лобовых стекол. Был я его использовал для приклеивания полиэтилена гидроизоляции двери. И вот у меня остался, проклеил, как бы все в порядке. Вот тут тоже не зачищал еще, просто проклеил. Сейчас грязновато еще. Уже прохладно, заниматься что-то этим не особо охота. Вот так вот.